«Я исследователь» – единственный в стране конкурс для самых маленьких. Впервые он стартовал в Москве в 2005 году. Затем стали проводиться региональные этапы, а уже финал всероссийского конкурса четвертый год подряд принимает Сочи. Участвуют 25 регионов России. Оценивает работы компетентное жюри, в которое вошли представители вузов и образовательных организаций Москвы, Краснодара, Свердловской и Нижегородской областей. Краснодарский регион тоже представлен. 18 человек, 9 из них из Сочи. Мы сегодня принимаем 244 участника. Все они будут представлять свои исследовательские работы по четырем номинациям: техническая, гуманитарная, живая и неживая природа. Всем пожелаем удачи.